Друзья, здравствуйте, Денис Тяглин, автор изобретения здания, которое может снабдить себя электрической энергией. Патент получен только лишь в ноябре 2018 года, у нас стартап, но тем не менее мы очень активно его развиваем. Сейчас построили уже двухметровый макет, который мы будем продувать в аэродинамической трубе в Санкт-Петербурге. Ну, вот как раз Лахта-центр там продували. Суть и подробности всего проекта, ну так со сцены взять и передать, достаточно затруднительно. На стенде рядом с Теслой наш стенд есть на магнитной подвеске. У нас установка, которая наглядно показывает всю суть этого самого нашего проекта. Поэтому здесь собрались специалисты, у которых будет очень много вопросов, и это очень хорошо. Вот. Поэтому у меня предложение сегодня найти время подойти к нашему стенду. Я считаю, что имеется вся перспектива того, что это изобретение окажет достаточно значительное влияние на будущее энергетики и способы ее получения. Пока все. Вы бы нам тоже оставили координаты, мы вот для Соловков, Минэнерго, это дело тоже попробуем, это самое, визиточку. Сейчас найдем. Да, ребят, среди вас очень много специалистов, поэтому нужно нам объединяться и решать такие глобальные задачи. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Денис, вот только что вы ознакомились с проектом «Энергия 2020». Что можете сказать? Какие ваши первые впечатления? Знаете, первые впечатления исключительно положительные, потому что проект, ну, как говорят, сняли с языка, достаточно гениальный. Я вижу, что вы использовали энергию ветра, причем сделали это, так сказать, ну, потрясающе. У вас получается вертикальной ветровой установкой. Ну, да. Я считаю, что большое будущее, потому что современные ВЭО, они обладают рядом больших очень недостатков. Это стробоскопический эффект, это, соответственно, вот эти вот шумы ультразвуковые. Вот. Ну и, конечно, это колоссально огромная территория, под которой выделяются площади, а занимают сами установки где-то 1-2%. А здесь вы все это, так сказать, устранили все эти негативы и все сделали в одном, так сказать, в одном комплексе. Достаточно гениально, по-моему. Вам на первый взгляд не кажется футуристическим и чем-то невозможным? Вы знаете, нет. Сегодня, собственно, мир таких скоростей, 21 век, поэтому чем футуристичнее, тем лучше. Главное, чтобы во всем присутствовал разум и логика, и было энергосбережение, потому что на планете, по большому счету, ресурсов не осталось, и ближайший век – это век, так сказать, дефицита воды, дефицита электроэнергии и всего-всего-всего. Поэтому, в первую очередь, такие технологии сейчас и будут вытягивать, потому что системный кризис, он наступил, и он очень глубокий. Буквально в ближайший год, два, три, все, собственно, решится, кто первый вот это вот успеет ухватить. На уровне глав государств, на уровне глав транснациональных корпораций, тот, собственно говоря, и выйдет лидеры гонки. Значит, меня в институте учили, что две точки опоры всегда лучше, чем одна. А у нас здесь не две точки опоры. У нас вот здесь одна. Нет, смотрите, здесь ось, она статика. Ось статика. Между зданиями в большом количестве точек она закреплена. Это ось. А сегментами ветровой установки, они друг от друга независимы, они сегментами здесь накоплены. То есть их там по две? Они независимы друг от друга, их тут может быть хоть 20, хоть 40. Это 7 метров в секунду. Средняя годовая температура, понятно, вес. Да. 7 метров в секунду. Да. 7 метров в секунду умножь на 3, это наш с тобой 21. Это немыслимо. Это просто в Европе 7 считается просто идеально. До того момента, пока мы не вышли на этот самый свободный рынок, мы не попадаем в зависимость от каких-либо третьих лиц. Вот это очень важный момент для любого стартапа. В зависимость попадать мы не должны, стабильные инвестиции привлекать нужно, сделать это из любой страны возможно, отправить цифровое свидетельство это не проблема по электронной почте, само по себе это действие каких-либо глобальных затрат или большого отдела тоже не требует, потому что это все будет генерироваться автоматически. И, собственно, я думаю, вполне такой документ должен, может и должен будет вызывать доверие у наших потенциальных инвесторов.